Каждый год в октябре представители Белорусской Федерации кюкусинкай будо карате проводят подобные открытые мероприятия для родителей своих воспитанников, а также для тех, кому интересно непростое, но весьма многогранное боевое искусство – карате. Это родительское собрание, которое мы проводим традиционно каждый год. Почему в этом здании? У нас большое количество родителей, и мы искали такое здание, чтобы было и приятно, красиво, и чтобы все поместились. Потому что у нас были случаи, когда родители стояли вдоль стен, и поэтому вынуждены были выбрать это именно место. После содержательного рассказа о мероприятиях Федерации, а также планах на ближайший год, гостям спортивного праздника были продемонстрированы достижения представителей Брестского клуба. В этом году организаторы решили немного отойти от обычных правил проведения родительского собрания, добавив в сценарий новые нотки. Если раньше в показательных выступлениях принимали участие в своем большинстве уже опытные каратисты, те, кто тренируется не один год, то в этот раз каждая возрастная группа продемонстрировала свои достижения. Родители должны увидеть, пришел ребенок, ничего не умеющий. Мы хотим показать ребенка, который прозанимался один месяц, и в принципе, что достиг ребенок за один месяц занятий. Потому что даже я сегодня сделал на пробном выступлении осмотр, и я вижу, что да, ребенок прозанимался месяц, и уже есть какой-то результат. Вот. И это начальный всего лишь уровень. Заниматься карате, а значит тренировать свою выносливость, развивать мускулатуру, постигать духовную науку, приходят люди разного возраста. Многие начинают свой путь еще со школьной скамьи и продолжают идти по нему долгие годы. С каждым годом получение там новых поясов, новый уровень, все выше и выше, все становится интереснее. Очень мне нравится посещать тренировки. Плюс у нас замечательный коллектив и отличный тренер, поэтому каждая тренировка просто радость для меня. Быть сильным духом, стремиться к поставленным целям и не сдаваться, даже если сначала что-то не получается. Это те принципы, которым в первую очередь обучают наставники своих учеников. Ведь сколько бы ни было пройдено, какого уровня мастерства не достиг каратист, каждый день тренировок будет как белый лист, на котором постоянно будет появляться новая история. История становления человека. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».